Всем привет, в эфире Екатерина Ветрова, и сегодня по просьбе очень хорошего человека я шью самый-самый простой органайзер для флешек, карт памяти и прочей мелкой электроники из виниловой пленки. Чем я люблю виниловую пленку для изготовления именно таких вещей? Это то, что она прилипает сама к себе, а также к любому пластику. Соответственно, мелкая электроника, которая будет внутри такого органайзера, не будет в нем болтаться и, соответственно, меньше шансов, что она как-то повредится. Мне понадобятся кусочки винила. Я буду делать органайзер такого размера, чтобы по максимуму в него влез телефон. Мне также понадобится молния, и я буду украшать его в технике свободно-ходовой стежки. Я буду вышивать вот такой вот кленовый листочек и перевожу его на пленку белой гелевой ручкой прямо с экрана монитора. Как оказалось, такой рисунок очень беспроигрышный, потому что он весь состоит из кривых линий. Даже если вы не мастер свободно-ходовой стежки или вышивки, он получится все равно у вас очень красивый. Вышивку делаю с помощью пружинной лапки. Для того, чтобы винил не прилипал к моей машинке, я прикрепила к ней кусочки бумаги. Вышиваю на простой бытовой машинке Janome ES200, купленной в Текстильторге. Всю информацию по этому магазину и ссылки вы можете найти в описании к этому видео. Также там будет информация о коде скидки, который вы можете получить при заказе в этом магазине. Посмотрите, какая замечательная вышивка у меня получилась. И я еще хочу сделать внутри органайзера маленький кармашек для мелких карт памяти. Для этого я просто возьму полосочку винила и пришью ее по нижней стороне задней стенки моего органайзера. Ну, я не могу без косяка, и я пришила полосочку не по верхнему краю, а по нижнему. Поэтому мне придется все перевернуть. Но не страшно, листочек у меня перевернется, а заготовку я все равно собиралась разрезать. Далее я беру молнию, срезаю с нее край и делаю свою заглушечку, просто пришив кусочек винила к краю. Кроме того, я хочу поменять бегунок и к новому бегунку присоединить кисточку с помощью двух колечек. Мне кажется, так будет веселее. У меня есть отдельное видео по поводу усовершенствования молний. Смотрите по ссылке в правом верхнем углу. Вот так, по-моему, гораздо симпатичнее. И я сделала также заглушку с другой стороны молнии. Теперь я прикладываю лицевую сторону моего органайзера к молнии и пришиваю двумя строчками. По краю тесьмы молнии и поближе к зубчикам. Теперь то, что получилось, я накладываю на заднюю стенку и также пришиваю двумя строчками. Как вы видите, я сознательно не делаю нигде никакие подгибки, чтобы изделие не получило объема и было как можно более плоским, чтобы флешки и карты внутри прилипали и не болтались внутри органайзера. И теперь осталась последняя строчка, соединить две детали по бокам и по низу. И наше изделие готово. Вот такой милый органайзер у меня получился. Хочу сказать спасибо всем, кто посмотрел со мной это видео. Я очень рада вам и вашим комментариям и поддержке. Далее вы знаете, что делать. Увидимся очень скоро. Желаю всем хорошего настроения и пока-пока.